Ребят, всем привет, это Ian Cars. Всем хорошего дня. Сегодня тест-драйв с Михаилом Кульдяевым. Ну, пока отдыхаем. А мы участвуем. Мы привезли наш Nissan X-Trail, который, естественно, победит. С нами в команде вот этот замечательный Land Rover Discovery. Это наша техничка на всякий случай, если все остальные машины застрянут, ну, кроме X-Trail, естественно. С нами будут Танк 300, Дугела, X3, Черри, Черри Тига Про. А еще у нас есть бонус, это короткокрылка Лада. Блять, га**а по колено. А если я вдруг встану, кто меня дергать будет? Искать? Я не собираюсь просто застревать. Ой, бля. Слушай, ну скажи честно, как ты представлял себе воскресенье? Ну были такие мысли, опасения. Это у всех какие-то грустные лица стали сразу, когда горки увидели. Блин. Вот это сейчас будет экшн. Сегодня решил попробовать укрол вот там еще на подъезде. Мне очень понравилось. Он прямо зажимает его конкретно. И нет такого, как на комфорте. Допустим, ты едешь, газ даешь, а он где-то там начнет поджимать задницу. А тут он сразу типа, ну там, 60 на 40 типа дает. Что, мужики, ваши ставки заезжают? Сейчас заедем. С какого да, раза? Чуть-чуть. Вот прям сейчас. Показывай. До этого. А так-то он бы уже все там был наверху. Газ отпустил. Короче, я думаю, он заедет. Да я думаю, что заедет. Последовательно. Да, движком колеса не крутят, только электричеством. Только электричеством, да, крутят. Нормально крутят? Электричество, сила. Да. Кто тут чемпион? Go! 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 Go!
хочешь сильно добить сегодня нашу машину, ты да? Настолько сильно там, у тебя столько ее, столько крутится колеса, что ты первый метр просто буксуешь. Понимаешь, ты не реализуешь эту тягу. Смысла нет, получается. Тебе надо плавно начинать, потом шарашить. Но нет, здесь... Ты хочешь еще раз меня туда отправить? Не знаю. Тебе вообще не жалко ее? Нет, конечно. Мне очень понравилось, прикольно. Залетел в первый раз без стабилизации, залетел вообще на раз, второй раз включил стабилизацию. Все подумали, что мы хотим обмануть. Да, но мы не обманываем. Второй раз без стабилизации, второй раз как раз со стабилизацией было, и нормально заехали. Не-не-не, да, ну это уже не обман, да, включили стабилизацию, первый раз не заехали, второй раз заехали. Очень прикольно заезжает Тугела, мне понравилось, в BMW X3 заехал. Дарго ковырялся долго, потом что у нас долго, Чинган долго ковырялся, да? Я думаю, слушай, из самых таких фаворитов, это вот реально три машины, это X-Trail, это Бэха и это Тугела. Тугела, да. Да, это вот три прям таких Тугела фаворита. Тугела прям круто влетал. Дальше посмотрим сейчас. Гибридов больше нет, только мы на электротяге. Я думаю, это показатель, я думаю, что это все-таки машина не для бездорожья, да, это городской кроссовер, да? Но да. При том, как он здесь ездит. И в бездорожье он тоже может, да. В бездорожье может. Ставки. На девятку ставка. А. Сыграет? Сыграет. Заедет, да. Только разгон побольше возьмет, заедет. Ну, не как вот кроссовер, да. Чуть-чуть подальше ей надо. Ну, чуточку оттуда, если сверху, так вот скатится и залетит. Я что говорил? Говорил же, зайдет. Ставка зашла. Ребят, уникальная ситуация. 10 китаеводов загнали себя в ловушку и теперь не могут выехать. Вон, посмотрите, как буксуют. Так же, как и я там не пойду. Ну что, в итоге на той горке никто выехать не смог. Ночевать нам здесь не хочется, поэтому мы ищем другие выезды.
чтобы она не тормозила. День подошел к концу, X-Trail себя показал только с лучшей стороны. Благодаря электромоторам была избыточная тяга, и мы заехали на все горки, выехали сами без троса, справились. Но в целом ребята тоже на многих автомобилях сами смогли справиться, и все молодцы. Два слова по мероприятию, понравилось? Отлично, все вкусно. Вообще, супер. Все вкусно, как двойной чизбургер, который ты хочешь. Ах ты, ах ты. Все отлично было, здорово, адреналин надо. Да. Когда тебе за 30 моешь машины, откровенно херово моешь, напор у тебя уже не тот, возраст.